Практическое применение метода АПИ-терапии – это когда мы с вами устанавливаем также зоны болезненности. Пчелиный яд за счет того, что он быстро убирает спазм артериул, он меняет кислую среду, которая вызывает боль, на щелочную. То есть мы вызываем прилив артериальной крови. Чем больше покраснеет место укуса, тем выше эффект в устранении боли. И если мы с вами обезболивающие, восстанавливаем еще и кислотно-щелочное равновесие в зоне проблемы, то у нас идет и активация иммунитета местного, и устранение боли. И поэтому у нас и пациентки, мы с вами посмотрели, где самая болевая точка. И определили, что в данный момент она у нас справа. Если мы проведем прямую линию наперед, это проявление хронического воспалительного процесса в восходящем отделе кишечника. Да? Поэтому мы с вами с пчелой, так как наша дама уже эту тему знает, можем сделать полный укус, можем сделать частичный. Да? Вот я беру пиявочку, таким образом, да, пчелочку, да, так и хочется сказать пиявочку. Да? Вот мы сочетаем пиявочку и пчелочку. Здесь нам нужно рассмотреть, есть ли жало у нашей пчелы, потому что сейчас весенние пчелы, они у нас капризные. Я все-таки постараюсь жало достать, потому что если мы долгое время пациенту не ставили пчел, значит, нам нужно всегда начать с малой дозы, да? И я потихонечку пытаюсь вытащить жало. Вот я его вытаскиваю. Вот у нас жало вверх, да? Видно, наверное, да? Вот оно у нас жало. Лекарство на игле пчелы. Первое ощущение, которое вызывает болезненность, вот когда пчела укусила, да? Вот мы убираем вот эти первые молекулы, которые у нас выдают ощущение жжения. Поэтому мы смягчаем герудотерапию, но какое-то количество, конечно, элементов мы убираем. Потихонечку к пациенту придем к тому, что можно будет ставить целую пчелку, переносить эту целую пчелку везде, но мы тогда не потеряем вот эти первые элементы драгоценного пчелиного яда. Да? И на то место, где мы с вами отметили болезненное, я просто прикасаюсь этим местом, вот прикасалась. Если я прикоснулась и у нас прицепился яд, вот опять я его убрала, значит, у нашей пациентки сейчас возникает, вот он у нас стоит, да, яд в мешочке, и он выходит через жало. Сейчас наша пациентка нам объяснит, куда у нас пошло все. Пошло. Куда? В коленку, в стопу. Здесь в поясничном отделе осталось, потому что я укус сделала. Можно ли дальше будет делать? Это будет зависеть от реакции организма. Да? Может, еще раз? Вот, ей еще хочется укусить. Не совсем почувствовала, да, хотя совсем четко жала, потому что слушала меня, а не слушала жало. Да, потому что надо слушать жало. Рядышком ставлю. У нас опять, вот сейчас же хорошо стою. Слышно укус? Не почувствовала? Вот сейчас мы еще смотри. Вот сейчас. Хорошо, укус чувствуешь? Вот сейчас я его поставила, и непосредственно сокращается жало. Вот оно сокращается. Все, хватит пока этой дозы на сегодня. А? Побольше. Побольше еще хочется? Ну, вот такие у меня пациенты, которые знают пчелоужаление, его эффект. Они просто просят еще и еще куснуть где-нибудь, да? Вот я сейчас еще сделаю ей укус. Несколько уже я укусиков здесь сделала, еще сейчас оставлю. Вот, еще один укусик девице делаю. Если нам не хватит этих маленьких укусиков, мы можем целые ей сделать. Вот местно пока и пошло, вот хорошо сейчас. О, хорошо сейчас пошло. То есть у нас стоит, стоит. Жало. Пусть оно стоит, вот, пациенты говорят. Пусть я домой с ним пойду, говорят по этому вопросу. Сейчас, пусть оно, да? Пусть оно стоит, потому что вот действительно мы сейчас пошло. Хорошо, в ногу пошло сейчас. Теперь мы должны спросить, до какого места ноги дошло. Вот я вчера себе ставила на руки, и я ждала ответа со стороны мозга. Мурашки по всему телу. Убираю. Вот, убрала. Хватит на сегодня. Лекарство или яд, все зависит от дозы. Тем более, когда мы работаем с ядом, да? Поэтому на сегодня пока вот это местечко хватит. Потому что до стопы даже дошло. До стопы и дошло. По внутренней поверхности должны спросить. До стопы дошло. Или по... как-то вообще вся нога потеплела. Вся нога потеплела. Сконцентрируемся, где же все-таки в этой ноге больший эффект в виде потепления. Там у нас и есть самая застойная зона. В стопе, наверное. В стопе у большого пальца
Нет, у меня почувствовала... Наружная поверхность. Наружная поверхность. А внутренняя поверхность не почувствовала. Именно вот там, где вена. Подошва даже. Да. Подошва почувствовала. Прекрасно. Должны всегда дождаться с вами, какой будет эффект в итоге, да? Но то есть и записать отек. По первому сеансу. Но у меня отек даже в стопе, вот даже может быть больше. Вот. А голень не даже... Это мы пиявкой отработали низ живота. Мы с вами оттянули застой с вены. А сейчас пчелой мы убираем спазм артериол, возникших на фоне отека после пиявки. Видите, какое взаимодействие, да? Всегда беспроигрышное действие, это взаимодействие. Тазобедренный хорошо проработался. Поэтому малые дозы пчелиного яда, они прорабатывают капиллярный кровоток, периферический, в том числе и в костной ткани. Да? Тазобедренный, коленка, стопа. Шикарное ощущение тепла. Ну вот у меня до стопы дошло, что-то голень перескочила. А голень перескочила. Вот и говорим, что здесь у нас основной затор и есть. Да. Где-то по центральной вене. Это мы должны прям пропальпировать. От подколенки пропальпировать магистральную веночку, чтобы понять, где она у нас там есть. Обычно сразу под коленкой эта точка. И тогда мы с вами пчелу ужаление будем делать. Куда? Вот в это место под коленочкой. Под коленкой надо делать. Вот надо делать, она уже поймала. И, возможно, вот сейчас мы даем пациенту походить, для того, чтобы вот у нас пчелиный яд разошелся. Вот она уже. Все пациенты мне все говорят, сами крестики себе чертят. Потому что они чувствуют. Я могу свое тело чувствовать. А пациент чувствует свое вот тело. Вот оно потянуло даже. Вот оно потянуло. Вот видите, мы сказку про белого бычка с вами. Вот куда потянуло, что потянуло. Оно потянуло с голени. С голени. Вот ощущение пошло. А если у нас есть отечность как бы в стопе, да, или отечность в голени, нам еще надо подумать, нужно ли нам туда будет встать. Ну, поэтому да, надо. Это она сейчас считает надо. Но мы ей даем сейчас возможность походить. И если убирается у нас... При ходьбе попадает в голень, то есть ощущение в голени восстанавливается. Значит, мы с вами красавчики, больше нам ставить не надо. Нам достаточно того яда, который мы ввели. Ибо помним, любой яд – это есть нагрузка печени по работе для того, чтобы этот яд нейтрализовать. Хотя мы работаем малыми дозами, но печень, которая находится в состоянии интоксикации, а у нас сейчас токсический гепатит, практически можно поставить каждому. Когда мы с вами пишем диффузные изменения ткани печени поджелудочной железы, мы говорим, количество клеток активно функционирующих печени поджелудочной железы ушло, оно заменилось на соединительную ткань. Поэтому диффузные изменения у нас недопустимый как бы вариант большого количества постановки, что пиявок, что пчел, большое количество нам только усилит интоксикацию на печени. Виктор Георгиевич, ну что ты такой вредный?